Всем привет, с вами Стивпро, и сегодня покажу текстурпак SimpliCraft для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного текстурпака в нашем мире появляется просто-напросто новая графика, то есть текстура заменяется на более низкие и пиксельные текстуры. Может, некоторым такая текстура понравится, но, если честно, листва этих деревьев мне напоминает мне нотный блок. Как видите, их текстура просто-напросто схожа и очень-очень-очень похожа. Что ж, идем дальше. Как видите, у нас изменяется также трава. И изменился такой миленький-миленький цветочек, который просто-напросто нереально не заметить. Но, к сожалению, здесь не изменилась вода. Наверное, многие видели текстурпаки, в которых могла измениться вода. Также изменились мобы. Пример жизненного стал таким, более пиксельным. Но, к сожалению, если честно, его текстура, такое ощущение, не поменялась. Просто изменилось его разрешение. Но вот, что касается крипера, его текстура, напротив, она очень сильно поменялась. То есть, на таком фоне он выглядит довольно классно. И текстурпак ему идет очень отлично. Так, свинка, поздороваешься с нами? Привет. Нет, она с нами не хочет разговаривать, да. Жалко, обидно. Ну ладно, ничего страшного, пойдем дальше. Как видите, изменилась береза. Ну, изменили здесь все деревья, да. Начиная от самого маленького. Ну, маленьких не бывает, но все же они изменили все деревья. Так. Наверху я вижу опять же бедную свинку. А ты с нами поздороваешься, нет? С нами почему-то никто не хочет здороваться. Что-то они нас обиделись. Так же, как видите, изменился камень, изменился полукамень. Если честно, я не помню, как он называется, вроде дезорит, я не помню, честно. Изменился такой красный камень, он стал маленько другим. Ну, не маленько, а, наверное, совсем другим. И к нашему счастью у нас заспавнился еще песчаный биом, которым так изменился. О, смотрите, кролики. Ой, стойте, давайте мы их попробуем привязать к себе с помощью морковки. Эй, друзья, здорово. Смотрите, их просто-напросто не видно. А что будет, если я уберу морковку? Ну, так. Эх, вы, гады, были только за морковку, ха-ха, ударился об кактус, вот так тебе и надо. Ну что ж, здесь мы, наверное, закончим, поэтому на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.